Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру по очень хорошей цене, обставленную на 5-м этаже проекта. Быстренько сниму инфраструктуру и потом поднимусь к квартире. Здесь вот такой бассейн такой просторный. Есть мини-горка, аквапарк. Есть зонтики, шезлонги. В этой стороне у нас беседка и зона барбекю. Проекту 13 лет. Вот такая зона барбекю, беседочка наша. Холодильник даже есть. Детская, бассейн. И просторный ухоженный сад. Также в той стороне у нас присутствует генератор. Вот, дорогие зрители, желтый — это у нас генератор. Оборудование для спорта. Есть у нас фитнес-салон и сауна. В той стороне у нас также беседочная площадка, как бы, и сад продолжается в ту сторону. Здесь у нас фитнес-салон. Айда, здесь 225 лир. Вот такой салон. Здесь у меня сейчас проблем с освещением, забыл взять фонарь. Вот здесь у нас сауна. Она стандартная сауна везде. Выйдем как бы во двор. Присутствуют два лифта. Есть еще теннисный стол и парковочные места для велосипедов. Здесь у нас лобби. И это у нас вход. В левой стороне от меня устанавливается субботний рынок. Это центр Махмутлара, центральная часть Махмутлара. Вот такой проект. Поднимемся мы на 5-й этаж. Прибыли мы на 5-й этаж. Вот такая тут лестничная площадка. Пожарная лестница. И наша квартира. Вот такая прихожая просторная, мрамор, можно сделать ламинат, если зимой будет холодно. Так, квартира продается обставленная, вот такая прихожая в этой квартире. С левой стороны от меня просторный санузел. И здесь шкафчик вот такой. Есть проточный водонагреватель фирмы Siemens. Квартира 120 квадратных метров. Ага. Здесь вот такой коридор. Проход в хозяйскую спальню. Вот такая хозяйская спальня здесь. Здесь санузел. Тоже просторный. Вот такой санузел. Стоит шкаф-купе. Также есть здесь выход на балкон. Шумоизоляция хорошая. Улица Барбаросса. Море 170-180 метров от меня. Вот это сад этого проекта. Большой просторный бассейн. С правой стороны от меня, в той стороне, устанавливается субботний рынок, там банкоматы, банк Зират, часовня в той стороне, магазины здесь, рестораны, и почта здесь, вот впереди, вот почта под этим зданием, почта центральная Махмутлара. Также парки присутствуют там. Здесь у нас дополнительная спальня, как бы гостиная, сделали гостевой, с выходом на балкон. На балкон выйду из гостиной комнаты. Вот где-то есть здесь 10 квадратных метров. Гостевая комната такая. Можно сделать спальней. Все на вкус любителя. И вот наша гостиная комната, совмещенная с кухней. Так,
красные диваны бордовые такие интересные, романтические. Еще с черным. Вот такая вот квартирка. Покажу с конца квартиры, чтобы понять просторность этой комнаты. Комната просторная. Столешница у нас мрамор, бытовая техника Siemens. Siemens посудомойка, Siemens духовка, Siemens плита и вытяжка фирмы Siemens. Продается с мебелью и бытовой техникой. Кондиционер, Троник, какая-то фирма, не знаю. Такое освещение. Выйдем на балкон. Вот такой просторный балкон. Тот был поменьше. Тоже смотрит на дорогу Барбаросса. Здесь парк у нас. Пройдемте в квартиру. Я сяду. Так. Дорогие зрители, значит, квартира находится на 5-м этаже этого проекта. Проект был сдан в 2013 году. Продается обставленно, как вы видите. Значит, 120 квадратных метров, 2 санузла, 2 спальни, 2 балкона. Инфраструктуру вы уже увидели. Просторный бассейн такой с мини-аквапарком. Самое главное, айдат здесь 225 лир, это где-то 22,5 евро. Цена, перейдем к цене. Цена этой квартиры 74 500. Всем пока-пока.